Турция продемонстрировала очередное достижение в военной отрасли. Впервые в мире в этой стране осуществлен успешный запуск крылатой ракеты с беспилотного летательного аппарата. Таким сообщением в социальной сети Twitter поделился глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. В публикации отмечено, что ракета «Чакыр», запущенная с боевого беспилотного летательного аппарата «Акинджи», смогла успешно поразить цель.